Добрый день, пытаемся сегодня бороться с вот таким устройством. Это измельчитель или по-английски чоппер. Ну, наверное, знаете принцип действия. То есть он надевается на такую емкость, прижимается здесь. Когда прижимаешь, нажимаются контакты и, соответственно, этот мотор, сверху этот мотор крутит нож и измельчает все, что находится как бы в емкости. Последнее время начал издавать уже такие вот скрежещущие звуки неприятные. То есть явно нуждается в смазке. Ну, я уже пару раз смазывал, то есть открывал вот эту крышечку, капал масло. На некоторое время это помогает. Но сейчас вот обнаружилась вот такая проблема. То есть там явно что-то выпало. И это уже опасно. То есть, в принципе, я не знаю, как там мотор устроен, чтобы, если какой-то винтик, чтобы он там не попал в мотор и, в общем-то, не испортил. Проблема устройства именно вот этого чоппера, то, что, видите, здесь нет никаких болтов. То есть это, наверное, сделано для того, чтобы не лазили не специалисты. Ну, как бы для Франции, вроде как это вот написано, что сделано во Франции. Для Франции, может, это и хорошо. Но, в общем-то, в наших условиях кое-что проще, как бы, и дешевле отремонтировать самому. Я посмотрел всевозможные, как бы, ссылки на ремонт этих чопперов, видео и так далее, но, к сожалению, нашел очень мало, и другие модели других фирм, которых вот здесь просто откручиваются болты и все эта штука разбирается. Ну, у меня возникла идея, как можно все-таки это дело разобрать. Я надеюсь, что она получится. Значит, первым делом нужно сковырнуть вот эту крышечку. Да. Камеру неудобно просто смотреть и делать. Все, вот, ну, я довольно легко, когда как бы перед глазами все это легко сковырнулось. Как видите, здесь крепление элементарное, просто две такие вот защелочки, и сбоку я поддел скальпелем, ну или ножом можно поддеть, и она легко снимается. Здесь, видите, тоже никаких болтов, креплений нет. Здесь видна ось и, собственно, верхняя часть двигателя. Значит, идея такая. То есть, скорее всего, здесь тоже защелки, вот тут по бокам. Но если просто вот так вот подковыривать, я пробовал, то, в общем-то, не получается их вытащить. Идея такая, надавить чем-то на двигатель, чтобы вот эта штука, ну, как бы, распирала. И после этого пытаться подковырнуть эти защелки и таким образом всю эту конструкцию разобрать. Я думал, как это сделать лучше, и, ну, придумал вот такой способ. Вот у меня есть такие дешевые напильнички, всякие стамесочки, и здесь достаточно легко снимается вот эта вот штука. Я посмотрел, она по размеру практически, видите, идеально подходит мне, то есть это вот на такого же диаметра, как вот это отверстие. То есть вот я просто ставлю на стол, сверху кладу эту штуку и немножко придавливаю, держась за боковые стенки. А сам сейчас буду пытаться Ну, в принципе, вот видно, что вот защелка снялась. Дальше уже, как говорится, дело техники. Так, ну видите, вскрылось оно нормально, и вот первый сюрприз, что это болтается
отломавшийся, что же это, небось конденсатор какой-то, я, честно говоря, не понимаю в этом очень сильно. Вот какой-то есть. И где был второй? Непонятно. Ну, в принципе, задача моя была на первом этапе просто эту штуку как-то разобрать, показать, как это все разбирается. То есть он работает, даже если это какая-то нужная деталь, он без нее работает. Я просто проведу смазку, и он будет еще некоторое время работать. Ну, аппаратик довольно старый, то есть понятно, что какие-то поломки накапливаются, уже как бы время его подходит. Ну, некоторое время, я думаю, еще послужит.